Отдам хорошие руки. В Одессе всего за день новый дом смогли обрести более 50 питомцев. В целом на третьем фестивале для животных Home Fest представили 160 кошек и собак. Все они привиты, стерилизованы с жетонами и паспортами. Тех питомцев, которым не повезло встретить хозяев на самом фесте, вернули в приюты. Там они будут дожидаться свою семью. Найти их можно и онлайн на сайте gladpet.org. Мы всегда говорим, что у нас нет цели в количестве животных, которые заберут. Главное, какие руки будут забирать. И главное, обратить внимание на проблему с бездомными животными. Очень яркая тенденция того, что люди стали принимать без животных без породы. Это не может не радовать. Я считаю, что фестиваль, вот такой, который проводится в нашем городе уже в третий раз, это огромный рывок вперед, это прорыв, это изменение сознания, отношения общества к животным, которые находятся на улицах и взяты из приютов. И меня очень радует, что на этих фестивалях пропагандируется в первую очередь гуманное отношение ко всем животным, вне зависимости от породы, вне зависимости от титулов, от каких-либо там внешних даже признаков породности. Следующая задача организатора фестиваля – объяснить людям, как правильно относиться к животным и обращаться с ними. Поскольку, по мнению зоозащитника, взять питомца практически равносильно появлению в доме нового члена семьи.